Здравствуйте, меня зовут Ксения Павлова. И как раз сегодня у нас закончился курс эротика. Хочу сказать, что это замечательное совершенно занятие, потому что вначале я, честно говоря, стеснялась, и были сомнения, стоит ли идти на курс с таким названием, но все оказалось гораздо интереснее, приятнее, легче, местами даже смешно. Вот, мы получили массу удовольствия, и хочу сказать, что за 2 дня мы узнали, как устроено тело мужское и женское, теперь можно его нарисовать. И мне это, например, пригодится еще в работе, потому что я работаю с одеждой. Было очень много красивых моментов. Мы, конечно, рисовали фрагменты, грудь женскую, женские попы, и галереи работы. Кстати, я некоторые представлена, она, конечно, была потрясающая. Поэтому уходим домой с хорошим настроением, с красивыми картинами. С нетерпением ждем новой встречи со студией Тарасовой. Спасибо, благодарю.